Здравствуйте, друзья! В этом ролике я хотел бы рассказать вам, как можно почистить DVD-ROM. В данном случае у меня забился DVD-ROM на моем старом ноутбуке от Samsung, ему уже больше 5 лет. И, соответственно, для того, чтобы почистить, я купил вот такой диск с специальной жидкостью. Значит, примерная цена на такие чистящие диски примерно от 100 до 200 рублей. В данном случае это от фирмы Defender. Вот, и сзади инструкция. Инструкция очень простая. Надо 1-2 капли нанести на DVD-ROM, а вставить его, соответственно, в DVD-ROM, который хотите, значит, почистить. И по возможности, если получится, установить еще и программное обеспечение, которое идет, кстати, на диске. Итак, сам диск с другой стороны представляет собой, значит, обыкновенный диск, за исключением того, что здесь установлена еще вот такая вот щеточка, на которую надо будет капать, значит, средством, которое идет в комплекте. Так, капаю 1-2 капли. Раз. Два. Ну и далее вставляю диск в DVD-ROM. Ну и попробую посмотреть. Значит, как вы слышите, сам DVD-ROM издает вот такой вот звук, когда раскручивается сам диск. Или DVD-ROM с диском. Так, посмотрим, определится ли диск. Да, диск определился. Сразу же скажу, что это достаточно хорошо, потому что у меня DVD-ROM этот уже почти не определял диски. Тут же он определил. Правда, определился после небольшой прочистки все же, я думаю. Так, вот тут вот такое старое меню. Написано «Русско». Ну, посмотрим. Ну и давайте нажмем старт. Нажмите старт для очистки. Ну а теперь нажмем тест, чтобы узнать, хорошо ли очистился наш DVD-ROM. Итак, показывает, тестирование закончено, лазерная линза успешно очищена. Собственно, сейчас я и проверю. Ставлю диск с музыкой, которую мне не проигрывал данный DVD-ROM, и, соответственно, узнаем, к чему все привело. Нажимаю пока End и достаю диск. Так, посмотрю, не разбрызгалась ли там жидкость сейчас. Опа. Значит, жидкости не видно. Все, диск в нормальном состоянии. Что ж, вставляю диск с моей любимой музыкой. И сейчас мы проверим, будет ли он читаться, потому что до этого была огромная проблема, он его не видел постоянно. Посмотрим, как сейчас. Так, открылся автозапуск. Да, и диск. Диск видится. Точнее, компьютер видит диск полностью. И можно даже проверить, запустить его. Все нормально, с первого раза запустил, загрузился. Собственно, вот так вот и чистятся DVD-ROM. Особенно на старых ноутбуках, я думаю, это вопрос очень актуальный и многим будет полезно. Вот я рассказал свой способ, как я очистил. И играет музыка. Все нормально. Надеюсь, вам видео было полезно. Всего доброго. До свидания.